Черные кожаные куртки, тяжелый рог и железные кони. Открытие мотосезона прошло в усадьбе Гребнева. Байкеры из городов Подмосковья каждый год приезжают сюда, чтобы провести время с единомышленниками и насладиться живой музыкой. В течение 3 дней для гостей выступали рок-группы «Краш Тест», «Эпитафия», «Море ждет», «Найтвич», «Пилигрим», «Братья» и другие. Гости фотографировались рядом с мотоциклами и их брутальными владельцами. Кто знает, сколько новых участников присоединится к сообществу байкеров после Гребневского фестиваля. Евгения Корытько, Владислав Реус, Щелковское телевидение.